Каждый грешник сгорит в вечном огне. Последнего, кто пытался влезть в мои дела, нашли только через месяц. Ты меня хорошо понял, Хивай? Зачем так нервничать? Мог бы просто относиться ко мне как к проявлению здоровой конкуренции. Зачем ты с ним вообще споришь, герцог? Я всегда говорил, два сломанных колена значит гораздо больше тысячи слов. О, Геральт, хорошо, что ты здесь. У вас проблемы? Проблемы? У нас какие-то проблемы? Нет, я просто хотел, чтобы ты познакомился с моими друзьями, пока они не убрались отсюда. А то они как раз хотели попрощаться, правда? Мы с тобой еще посчитаемся, Хивай. И очень скоро. Что такое, герцог? Ты вшивого мутанта испугался? Хочешь, я его тебе прямо здесь уделаю? Посмотрим, что у него внутри. А потом велим краснолюду это сожрать. Хочешь? В другой раз. Идем, граф. Вот так вот. И чтоб больше мне тут не показывались. Тьфу! Эх, вот это я, сука, попал. Как 5 крон в говно. Что случилось-то? У тебя с ними какие-то дела? Как раз наоборот. Видишь ли, Геральт, мой старый друг. Ты хочешь попросить у меня помощи? Дело в том, что я вроде как должен некоторую сумму нашему общему приятелю Франциску Бедламу, королю нищих. И чтобы отдать долг, я решил серьезно заняться гвинтом. Все лучше и лучше. Нет, я не играю. Я картами занимаюсь. Самые редкие экземпляры продаются теперь по заоблачным ценам. К сожалению, другие об этом тоже знают. Я собрал отличную коллекцию. Не хватает только 3 карт. А как соберу все, тут же все продам. Но у меня на хвосте сидят люди герцога. Ну так как, Геральт? Хорошо, попробуем эти карты раздобыть. Чего не хватает? Фрингилии Виго из Ингрима и Яна Натальса. Их чертовски трудно достать. Герцог вот пытается, да тоже без. То есть ты даже понятия не имеешь, где их искать? Ну, не все так плохо. Я готов поручиться, что они есть у Зеда. Он последнее время бросил скупать краденое и торгует только картами. Только он со мной не разговаривает. Я уникальную карту из колоды белок перекупил. Лучше ты к нему сам зайди. Зед, где-то я о нем уже слышал. О, важная персона в мире игроков. Владеет лавочкой у Южной Стены. И... спасибо, Геральт. Теперь я, может, и правда расплачусь с долгами. Не за что. Бывай, золото. Люди, пожалейте. Мне скучно. Но похоже, что Зед там. И кажется, у него неприятности. Может, найдется другой вход? Эх, не повезло.
тебе девочку. Это должно быть Зет. Нашел? Нет. А где Зет учетную книгу держит, так и не вытянули. Герцог нас порвет. Но ведь я пробовал. Слишком крепко ты его прижал. Что поделаешь? Ну, хоть карта из Ингрима у нас. Добрый день. О, сука! Ну, Ринго, теперь твой черед. Взять его! Фаэльтиарна из колоды белых. Интересно, сколько же эта карта стоит? Видно, они здесь что-то искали. Стоит поискать учетную книгу. Или у Зеда был буйный кот, или где-то здесь должен быть тайник. Похоже, именно тех, кому Зад продавал карты. Золтану стоит на это взглянуть. О, проклятье! Золтан? Да! Ой, с самим Золтаном-то надо сыграть. Партию в гвинт? Никогда не откажусь. Ну тогда давай играть.
Кажется, я выиграл. Что до хера удивительно. Колода-то у тебя любительская. На, вот возьми карту. Пригодится. Тебе не помешает подправить колоду, чтобы мне за тебя стыдно не было. Попробуй потрясти дружка твоего, Роше. Он говорил, у него хорошие карты. Правда, что ты когда-то королева была? Геральт! Ты играешь в гринд, Роше? Да, только здесь не с кем. А у тебя есть колода? Доставай. Удачи. Давай как-нибудь еще перекинемся. Геральт из... Партию. С удовольствием. Удачи. Thank you.
Ты выиграл. Поздравляю. Бери награду. Знаешь, с кем еще стоит сыграть? Я слышал об одном картежнике. Он недавно заезжал в Новиград. Что интересно, тоже ведьмак. Ламберт его зовут. Старина Ламберт картежник? Забавно. А еще я наткнулся на одного старого знакомого. Он с юга приехал. Мелый, ловкий игрок. Но, похоже, опаздывает он еще лучше, чем играет. Я бы на твоем месте его не ждал. Ведьмак ведь не может вас пристрелить, а? На кровь! Золтан? Да! Похоже, теперь и в Новиграде неспокойно. Что тебя здесь держит? Я хотел раскрутить собственное дело. Только ничего из этого не вышло. Залез в долги, теперь вот приходится выплачивать. Хотел бы я все свалить на войну или на подлость людскую, но во всем виновата исключительно моя собственная глупость. Ну да не хочу я это размусолить. Что ты можешь рассказать о новиградском преступном мире? Новиградом заправляет большая четверка. Сигеровин, король нищих, тесак и ублюдок младший. Слушай, как там называется такой триумвират, в котором четверо? Да хер его знает. Ну и в общем их четверо. Они поделили сферы влияния. И ничего в городе без их согласия не делается. Ходят слухи, что в последнее время ублюдок повздорил с остальными. Ты уже долго сидишь в Новиграде. Может, ты мне скажешь, почему ни Родовит, ни Вар Эмрейс еще не заняли города? Замечательный вопрос. Сейчас все тебе объясню. Война требует средств. А Новиград — это большой порт, могучий флот и полная казна. В сущности, это лакомый кусочек и для Редании, и для Нильфгарда. Как я понимаю, стены города высоки, а арсеналы полны оружия. Ты мало что понимаешь. Это правда, что осада была бы долгой и изматывающей. Но дело в том, что все, что есть ценного в Новиграде, может исчезнуть как сон по мановению руки. Большая четверка дала понять, что если что начнется, то флот может тут же загореться. А штурм города вызовет беспорядки, во время которых дело дойдет до грабежей, в том числе церковного имущества. В общем, кто хочет получить богатство и флот Новиграда, тот должен договариваться с преступным миром. Насчет карт. Они у тебя? У меня есть карта с Изенгримом. Ну-ка, покажи. А говорят, все эльфы прекрасны. И много Зет с тебя содрал? Зет мертв. Я встретился с его убийцами. Ну, плакать я по нему не стану. Что с остальными картами? Тебе не кажется, что это увлечение становится слишком опасным? Из-за твоих карт люди гибнут. Только Зет.
а он, поверь мне, был не невинной овечкой. Впрочем, ты же разобрался с его убийцами. Так зачем дело стало? Лучше расскажи, что с остальными картами? Других карт я пока не нашел. Продал их, должно быть, сукин сын. У меня есть учетная книга Зеда. Покажь. Выходит, карты купили Цезарь Бильзен и Равик. Но могло быть и хуже. Нужно нанести им визит. Равик, это еще кто такой? Да обычный шулер и мошенник. Прямо диву даюсь, откуда у него деньги на карту Натальса. С тех пор, как я начистил ему рыло, отношения между нами скорее прохладные. Так что тебе придется навестить его самому. Кто такой этот Цезарь Бильзен? Бухгалтер тесака. Был порядочный мужик, а теперь стал такой важный, что с ним даже выпить не выйдет. А рыбалки? Мы познакомились в рыболовном клубе, в Красе Понтера. Только теперь Цезарь туда и не заглядывает. Так вошел в роль, что и из дому почти не выходит. По крайней мере, за ним не придется бегать по городу. Попробую достать эти твои карты, раз для тебя это так важно. Спасибо. К Цезарю можно вместе сходить. Встретимся у его дома. Это самый оляпистый каменный дом на площади Иерарха. У него фасад золотом выкрашен. А если хочешь сначала побеседовать с Равиком, попробуй заглянуть в Золотой Осёл. Добро. До свидания. С Равиком не царскайся. У такого над духом гаркнешь, так он обосрётся. Ну, удачи, Геральт. Тоже хочешь подзаработать? Будь здоров. Если б можно было бежать, да никто знает, город, что за душегуб людей убивает. Ну вот, пожалуйста, тот самый вшивый мутант. Будь добр, составь нам компанию. Равику будет приятно. Посмотри, как он обрадовался при виде тебя. Ты же радуешься, Равик? Он обрадуется еще больше, если ты перестанешь колоть его кинжалом в спину. Ах, ты говоришь так, потому что не знаешь всей истории. Дело в том, что наш общий приятель Равик, к
как раз собрался сыграть на собственную жизнь. И... А, у вас уже есть карты, чего вам еще надо? Если бы ты отдал ее сразу, нас бы тут уже не было. Но ты попытался нас обмануть. И так как все пальцы у тебя уже переломаны, мутанту, пожалуй, придется сыграть за тебя. Согласен? Вот видишь, Равик согласен. Ну и чтобы добавить игре остроты, поднимем ставку. Жизнь Равика и карта Наталиса. Ну как? Согласен. А мне казалось, ты совсем тупой. Играем, играем! Так не радуйся и не вырывайся, а то поранишься еще. Он выиграл! Ну и что? Сейчас сыграем еще во что-нибудь. Ты уже покойник! Хватит болтать! К бою! Спасибо. Не знаю, чем тебя отблагодарить. Карты с Наталисом будет достаточно. А, да. Может, выберешь какую-нибудь другую? У меня есть много чего интересного. Я тороплюсь. Карта с Наталисом. Разумеется. Пожалуйста.
А? Чего глазом косишь, седой? Будь здоров. Смотри под ноги! Не откладывай на завтра, купи сегодня! А, вот и ты! Как все прошло с Равиком? Карта с Наталисом у меня. Ну вот и ладушки. Сейчас только обнесем Цезаря Бильзана и домой. Сделаем так. Я его заболтаю, а ты прошмыгнешь наверх и осмотришь его коллекцию. Наверняка карта где-то там. А мы не можем просто выкупить у него карту? Будь у меня хоть немного свободных наличных, я бы давно съехал в повесть. Впрочем, Цезарь в жизни не продаст карту Фингини. Но ты не волнуйся, он в накладе не останется. Есть у меня для него бутылочка махакамского спирта. Спиртной дух отечества для иммигранта значит все-таки больше, чем какая-то говеная карта. Ты, кажется, говорил, что Цезарь не пьет. Я говорил, что с ним не просто выпить, потому что он редко выходит. А значит, он сразу накушается до изумления. 3 стопки, и ты сможешь всю его коллекцию вынести, распевая при этом про 3 девиц из Викулара. Что это за коллекция? Никто не знает. Ты первым ее увидишь. Я так думаю, там про садомию или металлургию. Да ты мне, наверное, потом про все расскажешь. Ну, пойдем. Живой? Цезарь Бильзер. Еще помнишь спор о том, кто король Понтера? Король Понтера – щука! Ну вот, видишь, а я пришел тебя убеждать, что сом, и притом не с пустыми руками. А это кто? Это Геральт. А Геральт рыбу ловит? Да, в прошлый раз я поймал на червя такого окуня. В Понтере? Ну да. На трезвую голову я таких мечтателей слушать не могу. Прошу. Ну и что с того, что судак чаще клюет, если он на вкус как говно в помоях? Да это из тебя такой повар, как из козьего гузна кларнет. Вот я прошлым разом взял свежего тимьянчика. И на вкус было, как тимьянчик с говном. Сыт! Взял я прошлым разом? Геральт, а ты что скажешь? Как, по-твоему, судачок на вкус? Как говно. Ну ладно. Берем удочки и идем на Понтер. И никто мне тут не будет заливать. А ты слышал, Бильзен, что Виба Батильда
Недавно молодую щуку на горох поймал. Да брешет, как всегда. Ваторские щуки не такие дурные, чтоб на его тухлый горох кидаться. Они только на живца берут. Или на червя, но не особо. Я вот как-то выкопал такого жирного, красивого, что сам бы сожрал. Ну, не знаю. Геральт, а вот вы там в Каэр Морхене на что ловите? На живца. Ну, вот видишь, Кивай, из него еще выйдет добрый удильщик. Ну, всего лет через 50-60. Поживем, увидим. Геральт, метнись, принеси еще бутылочку. Через минуту. Живо! Ты что, забыл, зачем мы сюда пришли? Как тут наберешься с одной бутылки? Ладно, иду. Краснолюды! Ну так когда пойдем сама-то вместе ловить? Я с тобой больше ловить не буду. Помнишь, что было в последний раз? Ну и что было? Не надо было так подсекать, он бы и не сорвался. Бьюсь об заклад, я тебе уже где-то слышал, белоголовый. Наш вроде бы прикреплен к столешнице. Ящик открыт. Треугольное отверстие в стене. Интересно. Тайная дверь за книжным шкафом. Классика. Статуэтка человека. Ее создали с помощью магии. Пожалуй, отнесу ее Трис. Сервиз, с которого император Эмгыр ел во время коронационных торжеств. А вот и Френгилия. Веревка, на которой был повешен Стефан Скеллен. Кинжал Ватье Дейдо. Череп Ахима Деветта. Ручноватая коллекция. Полный доспех 7-й дайрлянской бригады. В идеальном состоянии. Портрет императора Эмгыра. Темпера дерева. Довольно подхалимский, я бы сказал. Пора собираться. Ага. Поздно уже. Погоди, ты ж бутылку собирался принести. Вы уже уходите? Привет, Бильзен. У нас для тебя новости от шефа. Новости? Какие новости? Мастер-тесак очень недоволен. Минуточку. Если обнаружились какие-нибудь расхождения в расчетах, я все объясню. Поздно. Взять его. Вы двое проваливайте отсюда. Оставьте его в покое. За голову ведьмака тесаку придется платить отдельно.
Ну, вперед! И торчать же нам тут целый день. Спасибо. Придется мне с тесаком еще объясняться. Лучше в письме. Верно. Пойду собирать вещи. Ну, удачи. Бывай. Эх, доброе у тебя сердце, Геральт. Однако неплохо ты уделал последнего. Аж по стенам брызнул. Взглянул я на коллекцию Цезаря. И что? Ничего удивительного, что он ее не афишировал. Нильфгаардские доспехи, портрет Имгыра, черепахи Медвета, кинжал Ватье де Ридо, веревка, на которой повесили Скеллена. О-хо-хо, ну и ну. Ну и мерзость. А я ему руку подавал. А ты веревку случаем не прихватил? Кое-кто за нее прилично бы заплатил. Некоторых такие вещи возбуждают. Нет. Нет, так нет. Жалко. Еще я нашел статуэтку нильфгаардского солдата. Она магическая, но что на ней за чары, я не знаю. Трис с ней разберется. Точно. Занесу ей при случае. Все картоны, что теперь? Теперь мы загребем за них кучу денег. Пойдем. Надо побыстрее заканчивать с этим обменом. Опасаешься, что клиент передумает? Скорее уж я передумаю. У меня тут было столько желающих, что я их перебирал, как красотка ухажеров. А клиент, он кто такой? Приятель приятеля. Я мало о нем знаю, но это кто-то вроде Гер... Наконец-то! Труп уже остыть успел. Это что еще такое? Твой несостоявшийся покупатель отдал нам деньги и отправился на тот свет. Примерно в такой последовательности. А теперь попрошу карты. Надеюсь, раздобыть их было не слишком трудно. Попробуй их забрать, узнаешь. Один? Я не такой глупый, как граф. Ты, наверное, это уже понял. За работу! Краснолюда попробуйте взять живьем. Мне с ним потолковать надо. Сейчас сделаем. Геральт, эта манда убегает с моими деньгами. Сука! Сука, с нашими деньгами! Догони, ублюдка, а я займусь остальными. Слева догони! Слева! Не отсюда! Фукин сын выбил внизу! Эй, герцог! Ты не уйдешь! Не трать зря силы! Thank you.
Оставь меня, долбанные утопцы. Тут бы пригодился ведьмак. Очень смешно. Если я отдам тебе деньги, ты оставишь меня в покое? Нет, я хочу убедиться, что это наша последняя встреча. И что? Догнал? Деньги у тебя? Да. А что с герцогом? Ты его прикончил? Да. И очень хорошо. Ну, Геральт, ты что предпочитаешь? Деньги или карты? Без тебя я бы не справился, так что ты выбирай. Если хочешь наличные, не вопрос. Я за час найду другого покупателя. Я бы, пожалуй, взял карты. И очень хорошо. Тогда я сразу могу идти с деньгами к королю нищих. Вот он, удивится. Удачи. Спасибо, Геральт. И помни, Сом — король Понтера. Молодежи в голове сплошной Сколько мне еще ждать? Можем поговорить? Да, Геральт? Посмотри, что я раздобыл. Идем. Надо его расколдовать. Думаю, это солдат. Сейчас увидим. Идем. Я знаю одно спокойное место, где у стен нет ушей. Все готово. За работу. Давай попробуем расколдовать этого солдата. Я могу тебе как-нибудь помочь? Да. Стой тихо и не отвлекай меня. Инналандаона Арайс! Фердер! Энзер Херцаер! Во Эразинде! Венихихене! Эссе Пунт!
Кто ты? Что последнее ты помнишь? Я помню холм. Шел бой. Я вез приказы. Там была чародейка. Рыжеволосая. Она наложила какое-то заклятие. Правый фланг должен был вступить в бой. Ударить по щитникам. Правый фланг не ударил. А чародейкой была Лита Нейт по прозвищу Коралл. Я тоже там была. Это было очень давно. Шайсере. У тебя нет сил, так всегда бывает после артефактной компрессии. Тебе надо отдохнуть. Это верно. Когда придешь в себя, найди посла в Аратре. Он тебе поможет. Удачи. Это было любопытно. И утомительно. Ах, сейчас бы упасть в кровать и спать до упору. Вроде как после этого задания появляется задание от Сиги Ройвина встретиться со шпионом, и там у него как раз карта Геральта.